Шведская стенка есть практически в каждом доме. И мы сегодня с вами сделаем несколько эффективных упражнений на этом снаряде. Итак, первое упражнение на прямую мышцу живота, то есть пресс. Для этого нам понадобится коврик. Ложись ногами к стенке. Ноги на вторую ступеньку. Цепляешься пятками. Руки поднимаешь наверх, к потолку. Делаешь выдох и начинаешь делать скручивание. Раз, два. Лопатки не отрываем? Лопатки отрываем, не отрываем поясницу. Отлично, закончили. Отдыхаем. И следующее упражнение на мышцы ног. Поехали. Ногу закидываем на ступеньку. Делаем небольшой шаг вперед. Дальше. И садимся вниз. Следим за тем, чтобы колено не выходило за носок. Поднимаемся наверх. Опускаемся вниз. Спина прямая. Мы подъем. Также в руки можем что-то брать, да? Да. Можно взять гантели или гири. Максимально в работу включается ягодичная мышца и задняя поверхность бедра. Еще один. Достаточно. Меняем ногу. Раз. Левую ногу ставим. И поехали. Таз уводим назад. Следим за коленом. Поднимаемся. Раз. Так, достаточно. И теперь еще одно упражнение на пресс. Давай, залезаем на лесенку, убираешь ноги, прижимаешься и поднимаешь ноги, касаясь об руки. Подъем ног на выдох. Закончили. Не обязательно ходить в тренажерный зал для того, чтобы выполнять эти простые упражнения. Достаточно заглянуть в детскую комнату. Там наверняка есть шведская стенка. Или заниматься самостоятельно на улице. Как говорится, было бы желание. А на сегодня все. Пока-пока.